22 сентября в Центральной клинической медсанчасти собрались медики, которые работают по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Поводом для этого стало предложение создания в Ульяновской области Ассоциации земских медработников. Идея создать такого рода объединение возникла у простого врача Чертаклинской районной больницы, акушера Дарьи Ванниковой. Была планок нашей организации, это, во-первых, познакомиться, сообщать, решать проблемы, обмениваться опытом. Потенциально в создаваемую ассоциацию могут войти все врачи и фельдшеры, которые поехали работать в сельскую местность по целевым программам. Это, в свою очередь, почти 300 человек. Большая часть из них, конечно, участники федеральной программы «Земский доктор», которой с 2012 года набралось уже 257 человек. По региональной программе «Земский фельдшер», запущенной в январе этого года, в области начали работать пока только 15 человек. Но уже до конца года их должно стать почти вдвое больше. В первую очередь мы понимаем, что молодые доктора, которые приходят на работу, необходимо, чтобы они более профессионально осуществляли свою трудовую деятельность, больше общались, больше делились своими знаниями, поэтому они сами вышли с такой инициативы создать ассоциацию земских докторов. Поэтому сегодня мы обсудим с ними, как будет строиться взаимодействие региональной власти, ассоциации непосредственно уже в практическом поле. Не исключено, что в скором времени, кроме докторов и фельдшеров, статус земских получат и медсестры. С таким предложением выступил исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов. Глава региона распорядился, чтобы программа «Земская медсестра» была разработана региональным Минздравом как можно скорее. И речь в этом случае идет в первую очередь о молодых специалистах. Ну и конечно, вот мы сегодня рано утром рассматривали основные параметры регионального бюджета на 2017-2018-2019 годы и приняли решение о том, что каждый год отрасль здравоохранения будет получать денег больше и больше на развитие. Для нас это принципиальная позиция. Вторая принципиальная позиция – это, конечно, улучшение качества жизни главного человека в здравоохранении – это медика, работник медицины. Это и врача, и фельдшеры, и медсестры. Также Сергей Морозов напомнил, что поддержка земским докторам и фельдшерам, да и медицине в целом, должна оказывать не только областная и федеральная власть, но и муниципалитеты. К сожалению, руководство некоторых районов об этом забывает. Возможно, создаваемая ассоциация поможет улучшить им память. Игорь Улитин, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда.